братом. Хорошие отношения, мы с ним много игр придумаем, ну, конечно же. Они, я, конечно, его воспитывают, игры, наверное, иногда. Ну, иногда приходится, но это бывает крайне редко, и что перед няней его, так я с ним на самом деле вообще друг. Ну, в смысле, как мама перед взрослыми, я так же с ним отношусь. То есть я перед ним такая вот, перед нянями иногда нужно быть такой строгой, у меня няня вот иногда говорит его, вот даже Алиса не будет такие вот плохие вещи делать. А я говорю, да, конечно, не буду, она отворачивается, я то же самое делаю. Нам папа купил электронные такие часы на запястье, то есть можно будет там переговариваться, то есть ложись спать, я говорю, прием, прием, Ратмир, он говорит, да, я тут, и дальше мы там начинаем переговариваться, там много чего говорить, дальше договариваемся встать пораньше, чтобы мы успели поиграть перед моим